Что, Виталик, привет. Пойдем покажу тебе кое-что. Приехал к нам Hyundai Grand Star X 13 года на замену масла. Ну и были у него некоторые замечания по автомобилю. Скрип входовой при разгоне. Ну что мы сделали? Мы сделали диагностику. Заметили, что левое колесо крутится туговато и неравномерный износ колодки. То есть колодка здесь тоньше, здесь толще. Соответственно, разобрали, посмотрели, направляющая заклинила. Это, так сказать, классическая проблема Hyundai Grand Star X. Все на нее жалуются, что тормоза слабые, диски перегреваются, постоянно бьют, их меняют. Но зачастую вот эта проблема все-таки из-за направляющих. Она не отпускает, суппорт клинит, перегревает диск, его, соответственно, ведет. То есть надо следить за этим моментом в Grand Star X. Это очень частая проблема. Следующая проблема, независимо от пробега, независимо от дорог, у них просто лопается пружина. То есть мы это знаем, мы сразу сюда обращаем внимание. Видите, она лопнула. Она лопается просто от кочки. Бывает, просто на месте человек стоит, она лопается прямо на светофоре или где-то не в движении. Лопается на разных пробегах, и это очень частая проблема Grand Star X. Дальше у нас скрип в ходовой части. Очень многие приезжают с этой проблемой и говорят, что скрипит сзади, там уже поменяли все диски тормозные, колодки, все проверили, все, и все равно что-то скрипит. Скрипит часто, очень часто, на маленькой скорости, прям такой звук, квик-квик-квик-квик, как бы скрип, вы услышите по одной простой причине. Виной всему крестовина кардана. Видите, с нее потекла ржавчина. Она сухая. И при разгоне, вот когда она крутится, она дает вот такой вот характерный скрип, который очень похож на скрип тормозных колодок и тому подобного. Поэтому все начинают обычно с тормозов. Но это тоже частая проблема. Мы эти крестовины меняем. Все решается, все лечится. Сегодня мы это будем делать. Работа уже согласована. То есть мы это сейчас все починим и покажем вам уже в готовом виде, как это все выглядит, как это все работает. Так, ну, на что еще стоит обратить внимание в ходовой части Grand Star X? Очень частая проблема у них – это расходные материалы, грубо говоря, стойки стабилизатора от наших дорог, лежачих полицейских и тому подобное. То есть они частенько стучат, ну и втулки, соответственно, стабилизатора их разбивают, и зачастую на подъемнике их очень сложно определить, потому что стабилизатор жесткий, и его проверить как бы очень сложно. Поэтому мы обычно проверяем на земле, раскачиваем машину, и тогда уже без нагрузки ходовая, когда тогда мы можем определить ступ стойки стабилизатора. Это тоже частая история у них. Ну и что хотелось бы еще добавить по таким слабым местам Grand Star X, это независимо от того, Евро 4 это или Евро 5, часто у них возникает проблема с интеркулером, с патрубками, это все течет, масло, и зачастую это из-за передува турбины. И как раз вот за это отвечает клапан управления турбины. Он маленький, незаметненький, под капотом, никто на него не обращает внимания, но он делает очень много проблем для автомобилей Grand Star X Евро 4 и Евро 5. Он не сбрасывает избыточное давление, вот этот клапаночек, не сбрасывает избыточное давление турбины и начинает рвать патрубки, рвать интеркулер и тому подобное. То есть нагрузка для двигателя, для турбины. То есть надо обращать внимание, там стоит фильтр такой, губка, вот здесь вот. Он достается, чистится, продувается, все моется, и клапанов будет работать дальше. Вот на это надо обращать внимание всем владельцам Hyundai Grand Star X. Нам помогал сегодня звукорежиссер Дмитрий. Вот он, видите, у нас тут реставрирует плитку. Мешает нам чуть-чуть снимать видео и работать. Но мы как-то это переживем.
что, давайте я поэтапно расскажу тогда, что мы будем делать. Значит, смотрите. Во-первых, профилактика передних тормозных механизмов. Это смазка для направляющих суппортов. Пользоваться можно только ей, только для направляющих суппортов. Никакой ни графиткой, медяшкой, литолом, никакими смазками, кроме той, которая предназначена именно для направляющих суппортов. Наверное, уже миллион видео в интернете, но почему-то каждый день встречаются машины именно с этой проблемой, с перегревом дисков, с подклиниванием направляющих. Как это делает, не знаю, но я вам расскажу все подробно, поэтапно. Значит, первым делом, смотрите, направляющая достали мы. Видите, она вся заржавела, сгнила. Первым делом у нас вот эти пыльники должны быть герметичные. Проверяем на герметичность пыльники обязательно, то есть они должны быть целенькие, без всяких трещин, без ничего. В этом случае что мы делаем? Мы должны там обязательно все вычистить внутри, всю ржавчину, всю гниль, все вычистить, помыть, смазать именно смазочкой для направляющих суппортов. И тогда у вас от замены до замены колодок будет хватать этой смазки. Она под конец, конечно, уже чуть-чуть загустевает, так сказать. Но все равно ее хватает для того, чтобы колодки равномерно стерлись до конца. Обязательно проверяем, как ходят тормозные цилиндры. Они должны ходить легко, не подклинивать ничего. Так называемые поршенечки. Видите, здесь у нас все в порядке. То есть нам на этот суппорт надо две направляющие, обязательно новые. И два пыльничка. Все вычищаем, смазываем. Вот верхняя у нас вроде как... единственная, которая работала. Пыльник уже тоже у него диаметр увеличенный. В общем, поставим все новое. И тогда будет все хорошо тормозить. Не будут перегреваться диски, не будет их вести, не будет появляться биение. Так, по этому моменту все. Дальше сейчас мы начнем, наверное, замену крестовины кардана. И потом пружины. Пружины, кстати, по поводу пружин, что я хотел вам сказать. У нас вот такие вот пружины в наличии продаются усиленные. То есть, если вы захотите, чтобы зимой вам можно было ездить на Grand Starex и парковаться возле бордюров, мы ставим усиленные пружины. И он тогда у вас клиренс поднимется где-то сантиметра на 2-3. Я думаю, они будут подолговечнее, чем оригинальные. Потому что они пожестче, покрепче. Обязательно опорные подшипники новые и обязательно оригинальные, потому что любые другие, какие мы не ставили, они практически сразу начинают хрустеть. Но чаще всего сразу, как только опустили с подъемника, сразу хруст. Так, поэтому все. Ну, дальше сниму кардан, покажу уже дальнейший процесс. Так, ну вот мы сняли кардан. Вот наша задняя крестовина. Видите, вот так она шевелится, а вот так она заклинила. Вот так она не ходит почти. Вибрация при разгоне и скрип входовой, это все всему виной была вот эта вот крестовинка. Сейчас мы ее заберем, разберем, покажем вам внутри, как она там заржавела, сгнила все. Ну вот, я разобрал ее. Вот они, ролики, которые там внутри были, видите, все это ржавчина, гниль. Вот эта вот чашка, соответственно, закусила, сгнила здесь. И мы видим, коррозия тоже, все это приварилось, то есть крестовина выработала свой ресурс. Вот так вот, соответственно, выглядит новая, все блестящее, красивое, никакой ржавчины. Сейчас мы ее сюда установим, и пропадут все скрипы и вибрации. Будет радоваться ездить. Поставили новую крестовину, ничего не закусывает, не люфтит, ничего. Вот старая, даже... та часть, которая ходила, видите, уже смазка там такая подгоревшая, то есть точно свой ресурс отбегала. Хотя пробег вроде бы 120 тысяч у машины всего, но вот так она закончилась быстровато. Смазывать дополнительно не надо? Нет, у них не предусмотрено, нету у них ни того, ни с ничего. То есть я смазочки туда добавил изначально перед запрессовкой. И все, на весь срок службы. Так, ну вот что касается направляющих, принесли нам новые. Вот они, видите. Одна с резинкой стоит, одна без резинки. Эта резиночка обязательно нужна, потому что будут греметь у вас колодки, суппорта. Вот мы две берем. Берем смазочку. Так, здесь мы предварительно уже все помыли, почистили. То есть ставятся они в таком порядке. С резинкой всегда нижняя, потому что задают вопрос, как должно правильно стоять. Без резинки всегда верхняя. То есть
Только так их останавливаем. Это правильное положение. Смазываемся. Обильно. Вот. Вот так она должна у нас от руки легко, свободно ходить. И так она должна ходить до конца колодок, пока колодки не сотрутся. Устанавливаем пыльники. Так, значит, смотрите, с той стороны мы все поменяли, с этой стороны столкнулись с тем, что вот эта направляющая, она просто на месте даже не пытается шевелиться. В таких случаях что делают? Это частая история, сразу все думают, о, надо что-то делать. Но видел разные случаи, видел, и тут сверлили. Выбивали ее, то есть, ну, это нарушение герметичности, то есть, это неправильный вариант вообще. Мы вытаскиваем ее только методом прогрева. Греем, и только после этого ее расшевеливаем и вытаскиваем. Может, по-другому вы ее обломаете и поменяете суппорт, либо будете долго и нудно высверливать. То есть, только прогреваем и вытаскиваем. У нас чугунная скоба расширилась, и мы смогли провернуть направляющую. Выстреливает. Надо аккуратно. Вот у нас в таком состоянии резинка сгорела. Вся, видите, направляющая была приваренная к скобе. Перегрелась. Скорее всего, это следствие не той смазки. Не той смазкой смазали ее. Каким-то литолом или чем, который при третьем торможении превращается просто вот в такую... Направляющая, которая с резинкой, всегда нижняя. На передних суппортах Грандстарексов. Потому что сзади наоборот. На задних суппортах там верхняя с резинкой, а нижняя без резинки. Вот, смотрите, вроде бы целый пыльничек, все, видите, как бы никаких претензий к нему нет. Но со временем вот эта смазка неправильная, она разъедает резину, и видите, какой диаметр становится. Соответственно, туда попадает влага, вода. Из луши, и вот это все ржавеет, закисает. Вот наши опорные подшипники. В принципе, они еще вроде как не в плохом состоянии, но на новую пружину будем ставить новые. Вот наша пружина, которая хитро так вот, видите, под этим кожухом, который типа какой-то защищает от чего-то, вот она лопнула. Лопнула уже давно, очень похоже. Сейчас будем менять их. Меняем в паре, потому что новые, усиленные. Однозначно надо менять две. Сейчас мы амортизаторы соберем, установим их на машину. Ну и, соответственно, покажем вам, насколько поднялся передняя часть автомобиля, поднялась наша. Был у меня такой случай с моим знакомым. Он тоже поставил себе усиленные, а через неделю приехал и поставил еще задние усиленные, чтобы машина, соответственно, выровнялась, потому что все-таки они действительно заметно повышают клиренс. И задние, и передние, усиленные всегда в наличии у нас, как бы. Обращайтесь, если что. Так, ну что, подошел наш ремонт ТО, так сказать, к концу. Вот мы поставили новые пружины. Смотрите, вот как он выглядит. В принципе, перед и зад просвет одинаковый, не просевший. Клиренс высокий. Почти как полноприводный на вид. В принципе, на сегодня все. Отдаем человеку на тест-драйв. Пусть радуется. Подписывайтесь на наш канал, если понравилось видео. Ставьте лайки. Всего доброго. До следующих встреч.